От бела лица до матери Сура земли народ, земной поклон от меня прими. Я, кот Баюн, от лица всего 39-го царства хочу поблагодарить всех. Благо дарю всем. Мои дорогие родичи, вы поддержали в самом начале пути, а это очень важно. Что скажут человеку, когда он начинает дело? Причем это не просто дело, это общее дело. Потому что со творцами канала, с участниками нашего огромного и важного действия являетесь именно вы, дорогие зрители. И мы получили сотни писем со всех уголков нашей необъятной Родины. Мы получили письма поддержки с Камчатки, мы получили письма поддержки из Крыма, мы получили письма поддержки с Урала. Огромная география. И радостно то, что вы не просто поддерживаете, вы еще даете очень мудрые и дельные советы, такие заделы на будущие передачи. Вот мне бы хотелось немножко зачитать вам, вот, потому что меня буквально распирает от той радости, которую я ощущаю, когда читаю ваши замечательные письма. Посмотрел, прям радость накатила, очень здорово, огромная работа, а то страна живет и никто не знает ни традиции, ни как жить. Есть люди, которые об этом рассказывают, но они как-то больше научно, а здесь по-простому, понятнее. Ну, мы с Бабой-Ягой хоть и ученые люди, но, конечно же, стараемся, чтобы все было просто. Правильный и полезный канал, какое тут может быть еще мнение? Все, конечно, просмотреть не успели, но увиденного достаточно. Грамотно, на чистом русском языке заслушаешься, доходчиво и интересно. Даже то, что ты адресовал взрослым, интересно будет и детям. Что важно, без налета мистики. Успеха! Голосвету поклон! И везде, конечно, сопровождаются письма поддержки какими-то приветами Колосвету, воспоминаниями о тех делах, которые вместе творили. Вот из Таврии пишут: «Спасибо за доверие». Дальше продолжают из Киева: «Хорошее дело затеял. Выкладывай песни в первую очередь, они очень нужны для детей, и взрослым тоже нужно, поэтому, конечно, мы будем обязательно не только петь песни, но и выкладывать текст, чтобы вы всей семьей эти песни могли запевать». «Славный город Сочи», пишет: «Любуюсь, радуюсь, делюсь с друзьями, удачи много-много-много», и потом цветочки нарисовали, ну, город южный, поэтому понятно, а вот такой вот средней полосы пришло размеренное мнение. «Мне видео понравилось. Хорошая, спокойная мелодия. Динамика видео. Хорошо подобранное место для съемок, которое придает особую атмосферу. Простой язык изложения. Все понятно и интересно». Далее пишут: «Особенно заинтересовали детские сказки. Если вы не против, можно их выкладывать в наших группах». Конечно, дорогие родичи, выкладывайте эти материалы, пишите, что вам еще хочется узнать. Именно из этого будет складываться наша работа. Отлично, хватает за душу. Будем неустанно следить. Кстати, в Крым не собираетесь? Собираемся, в августе собираемся. Очень живые и интересные ролики, так держать. Все в тему. Магическая музыка в паузах. Монтаж хороший, хорошо. И музыка твой помощник. И большая благодарность тому, кто тебе помогает. Ну, это, конечно, на нашему замечательному Яромиру Дюжеву, с которым вот мы дюжим этот канал. Здесь много именно пожеланий, радости нам всем. Потому что это не только мы вдвоем делаем, не только мы втроем. Это работает огромная команда для того, чтобы вас радовать. Вот пишут из Лондона, из Туманного Альбиона: «Буду теперь тебя вместо Задорнова смотреть. Все отлично». А вот с Урала получились удивительные совершенно стихи. Для чего нужны нам сказки? Что в них ищет человек? Может быть, добро и ласку? Может быть, вчерашний снег?
В сказке радость побеждает, сказка учит нас любить, в сказке звери оживают, начинают говорить, в сказке все бывает честно, и начало, и конец, смелый принц ведет принцессу непременно под венец, Белоснежка и русалка, старый карлик, добрый гном, покидать нам сказку жалко, как уютный милый дом. Прочитайте сказки детям, научите их любить, может быть, на этом свете станет легче людям жить. И вот пишут люди из Нижневартовска. С удовольствием смотрим, мы уже по вам соскучились. Так что мы, когда творим, мы всегда понимаем, что будем с вами находиться в замечательном таком сердечном взаимодействии. Нам с мамой очень нравится Одесса на проводе. Ждем новых видео. Сейчас грядет купальское время. Очень красиво снято, лаконично. Огромное письмо, оно из Хабаровска, это Приморский край. И, конечно, здесь же уже люди пишут конкретные предложения на фестивале, конкретные предложения выступления по радио, статей. Грамотная речь, доступная подача непростого философского материала. Это тоже, конечно же, очень важно подавать идеи русского космиза, вот которые мы начали. Замечательно нам вот пишут наши родичи. Посмотрели канал с девчонками. Старшая смотрела с видом знатока, а маленькая пересмотрела еще несколько раз уже в одиночестве. Нам нравится. Будем следить за новыми выпусками. Это очень важно, что смотрят канал дети. Пока я не понял. И детям интересно и то, что для взрослых, и то, что для детей. Взрослым интересно то, что для детей, и то, что для взрослых. Поэтому стараемся. Ладный канал. Процветание твоему каналу. Знаю, какой это кропотливый многочасовой труд. Вы справились на отлично. Это Урал, это Минск пишет. Волоколамск. Пора русскому люду сказы про родную традицию послушать. Может, мысли про единство всего у Люда Мирского появятся. Приглашаю вас в Бирск, если по сердцу, по душе, по духу. Так что приглашения идут, их очень много. Ты попал в десятку. То, что начал дядя Миша, должно иметь свое продолжение. Дальше очень теплые слова от нашего коллеги, музыканта, замечательного человека. Нужно обязательно вывесить список фильмов, что проходят за кадрами. Многие люди их не знают и не видели этого. Очень важное дополнение. Мы постараемся и будем делать действительно список фильмов, которые рекомендованы просмотру. Веет добром от канала. Посмотрел, прямо радость накатила. Очень здорово, огромная работа. Правильный, полезный канал. Какое-то может быть еще мнение. Делайте все качественно, вкусно. Опять у нас уже пошла Сибирь, опять пошел Урал. Здорово, давно было бы пора это сделать, но все вот происходит вовремя. И очень правильно, что есть выход знаний, ведь вы в себе накопили то, что копили многими годами. Настоящая сказка, рассказы прописаны любовью, волшебством, ощущением единства человека, природы, космоса, идеи, формы, содержания. Видите, я пропускаю, здесь сотни пришло писем. Мы в восторге, все очень интересно. Привет из цветущей Сибири. Хакасия, привет, огромный привет, рады сотрудничеству. Поздравляем, давно ждали. Буду показывать своим детям. Содержание оформления получилось солнечным и сказочным. Смотрим с радостью, с любовью. Все без нравоучений. Добрый труд. И вот опять выходит к нам на связь Урал. Хочу поделиться своими сказами об Иремельгоре. Так что вас еще ожидают сказы об Иремельгоре. И хочу сразу сказать, что получается, что у нас совместное творчество. Уже порядка 10 предложений, которые мы будем включать обязательно сюда. И певцы, и музыканты, и какие-то мастера. То есть это действительно наше общее дело, чтобы наша родная культура, она именно освещала наш путь.
Сказки, форма и сказа очень верная. Это слово является начальным. Ну, действительно, это так. Все начинается со сказов. Передавая через нее, через музыку добро, радость жизни. Пусть в мире будет больше тепла и света. Но это вообще основа, ради чего мы все делаем. Вновь в Сибирь. Получилось что-то вроде просветительского ликбеза для начинающихся интересоваться нашей традицией. А для детей так вообще здорово. Ответственный, серьезный проект. Восторг, чистый восторг. Это вот нам из Непала сообщили. Красивый, красочный, на мой скромный взгляд, очень профессиональный. Вот это всегда приятно слышать, потому что стараемся делать все качественно. Зрелищно. Наконец-то появилось что-то живое в инете от Колосвета. Я и песни попела. Мне вообще все нравится, что связано с Колосветом. Не всегда есть возможность поехать к вам. А здесь и на праздники с вами побываешь, и песни попоешь. Я в восторге. Вот так вот совершенно коротко о тех сотнях славных слов, славных писем, которые льются чистым потоком. И от этого огромная радость, и хочется еще раз сказать «благодарю», а можно даже спеть. Благодарю, 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 благодарю. Благодаренье свету, благодаренье дню, благодаренье небу, я вас благодарю. Благодарю, 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 благодарю. Благодарю, родные. Музыка – объединение души. Единство душ, слияние Вселенной. Thank you.
Дорогие родичи, благодарю за просмотр видео. Я очень рад встрече с вами, поэтому жмите в колокольчик, чтобы получать уведомления о всех наших будущих передачах. Обязательно ставьте вот так вот, потому что очень приятно музыканту, когда он понимает, что его музыка кому-то нужна. И обязательно пишите мне темы. Пусть у нас родятся совместные шедевры. Всех благ вам! Мира, гармония, любви! Благодарю, благодарю, благодарю.